Сейчас я выполню простую обычную задержку дыхания. Сделаю несколько глубоких вдохов-выдохов и на выдохе буду удерживаться от вдоха так долго, как только смогу. Непрерывное изменение показателя perfusion rate, коэффициента перфузии, обусловлено тем, что перед этим я сделал несколько повторений и моя сердечно-сосудистая система, она, ну, скажем так, разогрелась. И вот хотя я уже сделал вдох и кислород поступил в легкие, мы видим, что показатель продолжает падать вплоть до вот величин 74-73%. При норме, напомню, 97-98%. И сейчас он начинает только расти.